С 8 августа дорога по улице Хади Такташа стала главной по отношению к улицам Гоголя, Куйбышева и площади Победы. Так как у нас улица Хади Такташа является сейчас главной дорогой, везде на пересечениях парковой дорогой у нас устанавливается главная дорога, и со второстепенной уступи дорогу устанавливается. Я попросил бы наших всех горожан и гостей приезжих, чтобы обращали внимание на наши знаки дорожные, которые на сегодняшний день они уже порядочно уже установили. И не считали приоритетом, как у нас ранее было, правый помех. Для того, чтобы не совершить дорожно-транспортное происшествие. По данным горисполкома, в городе устанавливается всего 245 новых дорожных знаков. До 25 августа планируется завершить устройство неровностей дороги. Они будут сделаны по ГОСТу шириной 6 метров, высотой 7 сантиметров. Их сделают вблизи общеобразовательных школ, детских садов. Автомобилисты Бавлов в основном спокойно воспринимают изменения. Некоторые даже и не слышали о новшествах, хотя они уже действуют с 8 августа. Если знаки приоритета есть, уже водителям легче ориентироваться. Иначе ты гони право или вуланда, помеха справа, не все знают. Бывает потому что никто знаки не читает. В общем, это правильно. Айгуль Хусейнова, Артур Давлетов, БРТ.